Минэкономразвития России и ВКонтакте запустили программу поддержки предпринимателей. Она позволяет удвоить рекламный бюджет для продвижения в соцсети. ВКонтакте и центры «Мой бизнес» будут помогать в использовании цифровых инструментов для запуска и развития бизнеса в интернете. С теми, кто уже воспользовался мерой поддержки, встретилась Наталья Чекет. В числе тех, кто решил воспользоваться программой поддержки, была Александра Цыганкова. Девушка является региональным представителем российской косметической марки. По ее словам, сейчас многие косметологи ищут замену зарубежным брендам, которые ушли из нашей страны. А подобная реклама помогает рассказать и предложить свою продукцию большему количеству людей. И первые результаты уже есть. Мы уже запустили тестовые объявления и уже получили первые результаты. Вот у нас ближайший обзорный семинар. Будут приходить мастера, которые увидели объявление ВКонтакте наше. Поэтому я благодарна «Мой бизнес» за то, что у них можно получить не только поддержку специалистов по этому поводу, но и финансово сгладить этот момент. По условиям акции предприниматель может удвоить рекламный бюджет, пополнив свой личный кабинет ВКонтакте на 3 или 5 тысяч рублей. Чтобы принять участие в программе, необходимо обратиться в центр «Мой бизнес» Тверской области. Прийти лично, либо по телефону, либо с помощью электронной почты, оставить заявку. Сотрудники центра «Мой бизнес» оформят эту заявку. Предприниматель в течение 2 дней получит промокод. Пополняя счет на сумму 3 или 5 тысяч, используя этот промокод, предприниматель получит удвоение своего рекламного бюджета. К слову, поддержкой могут воспользоваться те, кто не запускал рекламу ВКонтакте или делал это последний раз более полугода назад. Проводимая акция – один из инструментов, реализуемых правительством России для поддержки бизнеса в условиях санкционных ограничений. Важный момент. По условиям акции первоначально нужно активировать промокод, после этого пополнять свой баланс в личном кабинете на сумму 3 или 5 тысяч рублей. Только в этом случае вы получите удвоение своего бюджета. Напомним, что одним из приоритетных направлений в экономике региона является поддержка малого и среднего бизнеса. И данная программа поддержки предпринимателей является еще одним шагом на этом направлении.